Уроки в Zoom, беседы в мессенджерах, онлайн-акции, совместный просмотр фильмов в соцсетях. После полуторамесячного перерыва в молодежном центре возобновили занятия учебной группы, встречи клубов по интересам. Подстраиваться под новые реалии, сообща, искать формы взаимодействия пришлось и педагогам, и их воспитанникам. Все достаточно спокойно к этому отнеслись, ну, понимая то, что это творится не только у нас, да, происходит не только у нас в городе, это происходит и во всей России, и во всем мире, да, приходится подстраиваться, действительно, искать новые методы, причем с одной стороны, даже где-то есть же большие плюсы в этом, да, во-первых, новые формы работы. Новые идеи, кстати, нам подкидывают сами ребята. Клуб для людей с ограниченными возможностями «Лотос» тоже перенес свои занятия в онлайн-режим. Вместо встреч в тесном кругу за чашкой чая ребята заходят в интернет, по видеосвязи учат друг друга создавать поделки, обсуждают последние новости, делятся кулинарными рецептами и придумывают варианты совместного досуга на расстоянии. Опять же, решили сделать, что каждый вечер кто-то, ну, там, по очереди, да, они выкладывают вечерний кинопоказ, такой у нас есть. То есть интересный фильм. Сначала это был просто фильм, да, действительно, который они любили, который, ну, там, нравится им, да, который они рекомендуют посмотреть другим. Потом мы поняли, что есть календарь событий, который как раз канал 16 выкладывает, да, почему бы не привязать, ну, не искать фильмы под какое-то событие, которое происходит в этот день. Помимо клубов, в молодежном центре есть учебные группы по плаванию, бадминтону, танцевальная студия. Они также вернулись к работе. С их занятиями сложнее, тем не менее, педагоги нашли выход. Пересмотрели учебные планы и сделали акцент на общую физическую подготовку, гимнастику и дыхательные упражнения. Также подключают специалистов из других городов. Например, на прошлой неделе у нас был устроен семинар с четырехкратными чемпионами России по стандарту. Также было интервью с многократной чемпионкой мира по латинскому. По латиноамериканской программе. В ДЭКе занимаются около 50 ребят от 4 до 16 лет. Взрослые выполняют задания сами, малышам помогают родители. В режиме видеоконференции преподаватели отслеживают и поправляют ошибки. Главный плюс таких занятий – поддержание физической формы. Для этого требуется немного пространства и контроль со стороны педагога. Но все-таки дистанционные уроки – неполноценная замена настоящим. Единственное, что не все, особенно взрослые ребята, поскольку им в силу возраста и сложности элементов нужно больше места, не каждый элемент можно исполнить в домашних условиях. То есть, например, европейская программа подразумевает очень активное продвижение, соответственно, в условиях квартир мы можем отрабатывать лишь некоторую часть упражнений для поддержания формы. Не хватает также прогонов, когда под музыку ребята исполняют всю программу без остановки. Тем не менее, даже такой формат занятий, как признают педагоги и ученики, лучше, чем ничего. Екатерина Апенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.